В 14-й раз кадетское знамя проплывает над строем выпускников. В 1997 году зародилось в Лунине кадетское движение в средней школе номер 9. С тех пор школа выпустила 302 кадета. 80% из них поступили в высшее учебное заведение страны. Более половины связала свою жизнь с армией. Многие достойно служат в вооруженных силах страны, в том числе и в 11-й мехбригаде. Пришла пора очередной смене прощаться с кадетским знаменем. 24 выпускника, их младшие товарищи, учителя, родители, воины гарнизона пришли в минувший понедельник к памятнику воину-освободителю у Вечного огня на улице Пушкина. По традиции торжественный ритуал проходит здесь, ибо место это святое, место покоя героев-патриотов. Патриотизм, как родительские гены, должен передаваться по наследству. Это лучшее качество гражданина страны. Воспитанию этого качества в кадетском движении отводится главенствующая роль. Говорит выпускник кадетского класса Вадим Кухарев. Ну, мне очень жаль, потому что, можно сказать, лучшие годы жизни моей проведены вот рядом с этим знаменем, с корпусом, с друзьями. Вот поэтому мне жалко. Ну, конечно, гордость, потому что учился я не в простой школе, а в кадетском корпусе, в кадетском классе, где нашел новых друзей. Какие планы дальнейшие? Ну, в первую очередь, успешно сдать централизованное тестирование, поступить в военную академию, ну и в дальнейшем быть достойным гражданином и достойным офицером Республики Беларусь. Рассказывает директор средней школы номер 9 Алла Сопикова. Ну, наверное, это чувство гордости, чувство грусти. Наверное, вот эти два самых главных момента всегда на этом празднике. Потому что, ну, невозможно не гордиться нашими ребятами. Они на самом деле не просто красивые, стройные, подтянутые. Они на самом деле не зря прошли путь от 5 до 11 класса в кадетском корпусе. Я верю в то, что мы помогли им стать настоящими патриотами своей страны. Может быть, стать в будущем, может быть, уже стать и сегодня. Я верю в то, что мы помогли им научиться самому главному – быть людьми. Я верю в то, что каждый из них изберет правильный путь, будет уверенно шагать по этому пути. И я уверена, хочу верить в то, что только добрыми делами будет наполнена их взрослая жизнь. Ну и, конечно, грусть, потому что, ну, всегда грустно расставаться с детьми. Все равно для нас они дети, которые покидают родную школу. И очень-очень хочется, чтобы все-все было у них хорошо. Товарищ директор школы, кадеты по случаю 14-го выпуска построены. Начальник кадетского корпуса вот в этом доме. Начинается торжественный ритуал. Руководитель кадетского корпуса Виктор Пенза и ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Лактюшин вручает выпускникам свидетельство об окончании кадетского класса и выпускные знаки. Товарищ полковник, кадет Горгосов по случаю окончания школы прибыл. Спасибо большое. Служу кадетскому братству. Со словами «служу кадетскому братству», строго по ритуалу, отдавая честь и чеканя шаг, кадеты подходят к знамени, опускаются на колено и целуют святыню. Начальник управления образования Слонимского исполнительного. Служу кадетскому братству. Слово для поздравления кадетов предоставляется заместитель. Кадетов поздравляют директор школы Алла Сопикова, заместитель председателя Слонимского райисполкома Сергей Юшкевич, ветеран войны Николай Иванович Лактюшин, другие почетные гости торжества. В последний раз они проходят строем перед кадетским знаменем и идут в Спасо-Преображенский собор на молебен в их честь.
Сберечь по жизни честь мундира они поклялись, давая кадетскую клятву. А клятва эта рождена из лучших христианских традиций. Так живите, кадеты, по этим традициям. Так уже год от года крепнет братство кадетских корпусов по всей стране. И в честь мундира главное богатство кадет по жизни гордо пронесет.